Удивила вот специи. А вот они в пакетах. И посмотрите, Таня, теперь и у нас есть. Танечка из Израиля. Теперь и у нас есть. Посмотри, какие цены смешные, большие пакеты. Теперь я тоже буду специи ложить столовыми ложками. А то все чайными четвертиночками. Вот и сухая горчица. Мне так она нужна как раз сейчас. Буду мыть кастрюли, Таня. Шучу, конечно. Но мне нужна горчица сухая. Я обычно ее заказывала из Украины. Орегано, паприка. О, обожаю паприку, пудр. И кориандр, посмотрите, и лист, и семена, и молотый. Все, что хотите. Отведу душ. Сода мне как раз нужна. Это, конечно, все равно дорого по сравнению с ценами в Украине, но не совсем уж такая бешеная цена. Что это такое? А, желе какие-то. Порошки для желе. Это мне не надо. Какие?